Доброго времени суток, дамы и господа. Первый день второй фазы припатча уже стартанул, и я думаю, некоторым игрокам повезло в получении аксессуара под названием «Нестабильное слияние стихий». Но если вы его еще до сих пор не получили, то у меня есть замечательнейший способ, который поможет вам ускорить получение этого аксессуара. Напомню, для его получения нужно поучаствовать во всех битвах с элементалями. То есть нам нужно получить тусклый первобытный огонь, тусклую первобытную водицу, а также земельку и бурю. Объединив все четыре этих предмета, мы получим аксессуар. Собственно, мы прилетаем на ту точку, которая нам нужна. Вот я, например, прилетел на земельку и убью моба. Возможно, мне повезет, а возможно, не повезет с получением предмета. Проверим мою удачу. Убийство элементалей, конечно же, можно скрасить. Рекомендую вам заходить на мои стримы, там можно получить замечательнейшие дропсы. Окей, предмет не упал, возможно, это даже хорошо, так как в рамках видео я смогу показать все полностью. Что я делаю теперь? Я открываю заранее собранные группы, вкладку «Другое» и прыгаю туда, куда, собственно, нужно. А нужно сюда. Например, Earth Boss, то есть земляной босс. Поехали. Нас инвайтят. КД на лут у этих больших элементалей не имеется, поэтому килять их можно сколько угодно. Но, само собой, менять слои, менять шарды — это очень хорошая идея. Таким образом, можно просто-напросто ускорить получение требуемых редких кристалликов для объединения аксессуара. Инвайт получен, нужно вновь пробить щиток, убивая мобов в округе. Само собой, делаем это, помогаем, не стоим АФК. Моб второй убит, пролутываем. Не повезло, еще ищем заранее собранную группу. Третий моб, быть может, с него выпадет. Не везет, еще ищем. Это уже четвертый моб, правильно? Если с него не повезет, будет, конечно, грустно. Наконец-то! Тусклая первобытная земля. Таким образом, если мы откроем вкладку «Другое» и по ключевым различным словам будем искать нужную нам группу, можно довольно-таки быстро вылутать нужный нам предмет. Касательно Терисфаля, там не работают нападения элементалей. Компания Blizzard держит планку. Как-то так получается. Пользуемся заранее собранными группами и кайфуем. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!